Привет всем! Сегодня будем открывать посылочку. Пришла новая экшн-камера китайская, недорогая. 2000 она стоит. 2040 рублей. Сейчас будем посмотреть, что тут за камера у нас. Такая вот в бич-пакете. Сейчас вскроем ее. Так. Упаковано нормально, в принципе. Такой вот кейсик у нас. Все завязано. Перевязано. Вот что мы имеем. Такой вот кейс. Прикольно. На замке. Так. Ну и вот. Будем сейчас смотреть. Самый первый достаем камеру. Не, упаковано так-то. Уложено все классно. Так, вот камера. Вот такая вот камера. Написано с Wi-Fi. Она в боксе сразу. Сейчас будем пытаться ее запустить. Аккумулятор интересный, отдельно нет. Всякие шняги. Так, ну ладно, попробуем. Какая-то тут система непонятна. Этот сюда, этот. Сейчас. А, все. Бокс открылся. Так. Вот такой вот бокс. Как бы водонепроницаемый. Вот такая вот камера. Ухи камера, конечно. Сейчас посмотрим. Все тут стоит. Батарея стоит. Капец батарейка. Сейчас, ладно, ставим назад. Так, во, вот включение. Я не на ту кнопку жал, сейчас посмотрим. Эффекта ноль. Пока ничего. Мульт разряженный, кстати. Ну, сейчас поставим на зарядочку. Хотя бы ненадолго. И проверим еще раз. Так, посмотрим по крепежам. Какие крепежи? Так, вот такой вот крепеж на руль, я так понимаю. Такой вот крепеж тоже на оптом. Куда? Такой вот. Просто я не вижу смысла их все доставать. Больше времени уйдет. А, вот. Вот этот прикольненький. Кстати, а ну-ка сейчас, подождите. Что-то я его не видел. Чтоб в описании он был, этот крепеж. Это. Да, крепеж. Прищепка. Она на бокс должна. По идее, наверное. Хотя,
Нет. На бокс. Наверное, на вот эту, которая на штатив ставится. Так. Да. Вот она. Вот она, вот она. Вот. Вот так вот. Ну. Ну, прищепка нормальная. Так, что у нас тут? Зарядная. Что-то я кабеля не вижу заряда. Ну ладно, сейчас посмотрим. Вот такая вот зарядка. Насколько она у нас? На 5 вольт. 1000 миллиампер. Так, это есть. Пульт. Кстати, на пульту батарейки есть. А ну, где камера? Ну, я не знаю, то ли ей бородульки, то ли она просто разряженная. Разъем под флешку. Зарядка. И... USB. Пульт такой интересный. Так, что у нас тут еще лежит? Лежит у нас салфетка, самое главное. Стяжки. Две стяжки. Не две, какой две. Четыре. Тросик. Две наклейки. Это, я так понимаю, съемный на бокс. Только он под это идет. Чтобы запись голоса была. Вот тут у него. Он не водонепроницаемый, просто противоударный. Вот тут сеточки стоят. Вроде бы как. Если я так по описанию понял. Так, ремешки. Ремешки, ремешки. Два таких. Такие вот. Ну, это не ремешки, а просто такие липучки. Такой вот. Это более на руку, наверное. Ну, такой же еще один. Да, точно такой еще. Вон такие вот. Вот он, кабель. Зарядно. Сейчас. Так. Где камера? Где камера? Мне тут еще доченька моя помогает. Дочь. А где зарядная? Ага. Сейчас я даже... Так, ну что, прошел уже день, зарядил я камеру эту. Что могу сказать? Зарядку она держит мало, слабенькая она, у нее батарея. Снимает она слабо. Тут написано даже здесь 4К. Понравилось меню на русском. Перевода, блин, я не знаю. Яндекс словаря. Сейчас можно посмотреть. Так.
Получилось, что она пришла, у нее полностью разрезан был аккумулятор в ноль. По косякам сейчас пройдем. Вот косяк. Здесь я оплавлю. Места оплавления. Где выходят контакты на батарею. То ли было замыкание, то ли перегрев, я так и не пойму. Ну, что есть, то есть. Такой косяк, не знаю, будет видно. Объектив. Не фокусируется. Довольно тут нормальная такая царапина, прям по всему объективу идет. И вот это надпись. Wi-Fi. Сейчас я соберу. Короче, на них идут, получается, программы, которые устанавливаются на телефон, на компьютер, на планшет. Что можно его связать, допустим, с телефоном. Видео оно будет передавать через Wi-Fi на телефон. Это все хорошо. Скачал я эту программу, установил. И... Установил я программу эту на телефон. Там для того, чтобы связать телефон по Wi-Fi с камерой, надо пароль. Ну, естественно, здесь включаете вы Wi-Fi на камере и на телефоне. Сейчас я вам все покажу. В чем причина? Так-то вроде бы телефон саму камеру видит, он пишет там, она подписана у меня. Как бы все good. Ну вот дальше сейчас. Вот. Wi-Fi пароль. Нажимаем на него. Ну я поставил тут на лифт. Вот у меня получается 5 цифр, букв, 5 символов, короче, можно сказать на Wi-Fi, на пароль идет. Ну, на этих программах, которые я скачивал, там идут 8 символов. И когда я ввожу 5, мне требуют ввести 8. Минимум 8. И вот я просмотрел видео тоже на YouTube, на такие камеры, ну, на подобные. Там тоже 8, то есть у меня получается... Или прошивка какая-то косячная. Или под нее, я не знаю. Ну, я все программы с Play Market скачал, которые можно. И ни одна, короче, не законнектилась. Можно сказать, Wi-Fi не работает. По качеству съемки. Фальшивое. Фальшивое качество съемки. Фото. Фото это вообще ужасно, я не знаю, у меня телефон, наверное, лет 10 назад был еще. Не то лучше снимал. Ну, сделаем выводы. За 2000, да. Кейс неплохой, крепежи. Ну, еще попробуем на нее поснимать. Пару видео точно будет. А может и больше. Посмотрим по финансам. Скорее всего, на нее буду пока не снимать. Ладно, спасибо за просмотр. Всем удачи. Ставим лайки. Подписываемся. Всем пока.